Одна из древнейших обителей города Рязани, Свято-Троицкий мужской монастырь, навевает мысли о Троице Сергиевой Лавре. И не случайно. Рязанская обитель тесно связана с именем прославленного игумена земли русской Сергия Радонежского. Первое упоминание о монастыре в летописи датировано 1386 годом, когда преподобный Сергий приехал на Рязанскую землю с очень важной миссией – помирить московского князя Дмитрия Донского и князя Рязанской земли Олега. Он остановился в этом монастыре ночевать, как повествуется в летописи, и наутро уже пошел в Рязанский Кремль к Олегу Рязанскому, где и вел переговоры с ним. Олег Рязанский принял его и, смиряясь, как бы великий князь, князь-воин, сердце его смирилось перед преподобным Сергием. И результат этих переговоров был таков, что Рязань стала вечным союзником. Политическое соглашение было подкреплено и брачным союзом. Олег Рязанский женил своего сына Федора на дочери князя Дмитрия Софье. Так, благодаря игумену Радонежскому, был заключен вечный мир между двумя великими русскими княжествами. Первым из ныне существующих появился храм, освященный во имя Пресвятой Троицы. Он был возведен в 1692 году. В настоящее время он находится на реконструкции, а богослужение проводится в храме Сергия Радонежского, построенном в середине XVIII века. В год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия монастырь получил из Троицы Сергиевой Лавры в дар святыню, к которой теперь притекают все верующие округи. Хранится она в Сергиевском храме. В 2014 году по благословению святейшего патриарха Московского Серусия Кирилла была принесена частица мощей в наш монастырь. Была великая радость, торжество. Людей было очень много. Здесь вот на площади в монастыре собралось около 10 тысяч, вплоть вот до Московского шоссе. Служба была, естественно, на площади, на улице, потому что все не вмещались в храм. Частица мощей преподобного Сергия – не единственная чтимая святыня храма. Один из пределов собора освящен в честь Федоровской иконы Божией Матери. По преданию, она была написана евангелистом Лукой и всегда сопровождала великого князя Александра Невского, как его моленный образ. С этой иконой связано избрание на царство Михаила Федоровича Романова. По версиям некоторых историков, Марфа, мать Михаила Романова, просила заступничества Божией Матери перед ее федоровским образом, перед избранием сына на престол. С Федоровской иконой Божией Матери связано множество исцелений и чудес, одно из которых произошло здесь, в Рязанской губернии, в XIX веке. Был такой купец Рязанский Анзимиров в первой половине XIX века. С ним случилось чудо, а именно спасение его жизни. Он тогда уже не был поездов, были кареты, ездили на гужевом транспорте. И у него был большой такой, как чемодан такой, вот, и там были спички, ни много ни мало, спички крупные такие, и целый ящик. Дорогой они терлись, и получилось воспламенение. Должен был произойти оглушительный взрыв, все бы разнесло. Это как граната, можно сказать, выражаясь своим языком. Но сверху в этом ящике лежала икона, его Федоровская икона Божией Матери. И он приписал ей вот это чудо. На самом деле так. А впоследствии уже начались исцеления вот этой иконы. Она была как домашняя. И он передал ее в этот монастырь. А уже святитель Гавриил, архиепископ Рязанский и Зарайский, в середине XIX века, в 1863 году, построил предел в честь Федоровской иконы. Перенес ее сюда. В монастыре находится список с этой чудотворной иконы, которая хранится в Борисоглебском соборе города Рязани. В храме Сергия Радонежского у всех желающих есть возможность приложиться к частицам мощей рязанских святителей – Милетия, Мисаила, Гавриила и Феодорита. Архиепископ Рязанский и Муромский Феодорит благословил иконой Божией Матери Федоровской Михаила Романова на принятие царствования, а при архиепископе Гаврииле в XIX веке в храме был установлен предел в честь этого образа. В 1998 году, я свидетель тоже этого, прихожане начали говорить о том, что
что идет благоухание к мощи. Я думаю, может быть, там духи что-то сделали на покров. Я как недоверчив, как всегда, сняли все, да, покрывало. Вот, все, не может быть никакого, все на замочке, так сказать. И все равно благоухание. Причем от разных мощей такое благоухание разнится. Но очень, очень такое благоухание, действительно. И это продолжалось почти до середины, почти до Дани Пасхи. Вот, и потом все тише, тише. Вот так где-то примерно месяца три они благоухали. Для нас была поддержка, потому что начало восстановления монастыря было для нас поддержкой духовной очень сильной. В ограде монастыря находился некрополь, где проводили захоронения духовных лиц, благотворителей, а также именитых представителей Рязани. На кладбище обители покоятся мощи княжеских особ. Здесь была похоронена царица Мария Грузинская. Но более известно захоронение прославленного русского архитектора Матвея Федоровича Казакова. Он являлся автором многих уникальных зданий, которые создали неповторимый архитектурный облик Москвы и стали ее символами. Среди его работ – здание Сената Московского Кремля, Дом дворянского собрания, Голицынская больница, Петровский путевой дворец, и это далеко не полный перечень его творений. Во время Отечественной войны архитектор уехал в Рязань. Историки предполагают, что состояние здоровья зодчего сильно ухудшилось из-за того, что плоды его многолетней работы серьезно пострадали в результате пожара Москвы. Так это было или нет, неизвестно. Но в 1812 году Россия навсегда теряет творца архитектурных шедевров. Его тело упокоилось в Свято-Троицком монастыре. В 1912 году приезжает архитектурная комиссия с Москвы праздновать столетие со дня кончины Матвея Казакова. Спрашивает наместника, где могила Казакова. Не знаю. Ну как же, вот выписка из метрической книги написана 25 октября по старому стилю 1912 года. Ну, понятия не имею. То есть никто не приезжал, видимо, к его могиле, или как так исторически получилось, что потеряна была могила. Похоронили его у алтаря Сергиевского храма. Как оказалось потом, наместник задумал расширить предел в честь Сергия Радонежского на восток и наткнулись на саркофаг. Хоронили только архиереев, как вы знаете, у алтаря. Но вот как полный кавалер орденов Российской империи похоронили у апсиды храма, восточной апсиды храма. И он удивился, конечно, и перенес на 25 метров вперед, на восток. Вот. И как бы опять память затерялась. Во второй половине 20 века поиски могилы Матвея Казакова возобновились, но успехом не увенчались. Есть версия, что при расширении храма была перенесена лишь надгробная плита, а само захоронение осталось на прежнем месте, у восточной апсиды храма, между двумя фундаментами. Тем не менее, тайна нахождения могилы, где упокоилось тело архитектора, не раскрыта и по сей день. В советское время некрополь подвергся осквернению. Памятника, как видите, нет. В 70-е годы все они были снесены бульдозерами. Кладбище было сначала все законсервировано на один день, сделано распоряжение. И все снесли, ни много ни мало, все их вот во враг, вот на окраине монастыря, туда все бросили, засыпали землей. В 30-е годы упразднили и сам монастырь. Однако один из храмов был действующим, и богослужения велись вплоть до начала войны. В 1995 году монастырь вернулся к монашеской жизни. Наместником вновь открытого монастыря стал архимандрит Андрей Крехов, который вот уже 20 лет несет это ответственное послушание. При монастыре действует воскресная школа для взрослых и детей. Особое внимание уделяется совсем юным воспитанникам, которых братья монастыря учат не только основам православной веры, но и способствуют развитию их творческого потенциала. Основные проблемы мы видим, да, как раз в том, что наше общество превращается в общество потребления. Вот, к сожалению, да, что дети сидят за компьютерами, сидят там в этих разных стрелялках и так далее, вот, в каких-то компьютерных программах. Вот, а мы хотим, чтобы все-таки дети у нас были подобны Творцу. И вот они, занимаясь всевозможными видами творчества, чувствуют себя настоящими художниками, творцами, скульпторами, скажем так, да, может быть, действительно, кто-то из них там
каком-то проснется настоящее там, искусство в будущем. Сегодня в обители живет около 30 насельников, среди которых монашествующие, послушники и трудники. Братья монастыря всегда рады не только постоянным прихожанам, но и паломникам, которые приезжают из других городов. Приезжайте в наш Свято-Троицкий монастырь. У нас много святынь, мощи святых, иконы, место намоленное. Когда первый раз мы пришли в этот монастырь, вы знаете, так легко молилась, вот такое чувство, что здесь просто все легко. Ходишь под благодатью Божией, понимаете? Такое чувство, что преподобный Сергий рядом, вот его стопочки здесь ходили. Свято-Троицкий монастырь действительно находится под каким-то невидимым заступничеством. И даже белоснежный ангел, случайно найденный на улице, теперь охраняет обитель. Его вытянутые ладони словно поддерживают монастырь, вселяя в братьев надежду на то, что с помощью Божьей и преподобного Сергия, чье святое присутствие чувствуется здесь до сих пор, все тяготы и восстановительных работ и монашеской жизни в черте города легко преодолимы.